утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Здравствуйте, ребята! Смотрите, что у меня есть. Вот, пила, гвозди, шурупы всякие. Вот, плоскогубцы, молоток. Это я полку мастерить собрался. Несколько дней меня енот учил, как все правильно нужно делать. А сейчас дал инструменты и сказал: вот теперь, Зубок, попробуй-ка сам полку сделать без моей помощи. Ой, такое серьезное задание. И все самому. Здорово, а? Сделаю полку и стану настоящим мастером. Угу, начнем. Так, Зубок, привет! Ты енотыча не видел? Привет, Шунечка, видел, конечно. Он мне дал задание смастерить полку и ушел в гости к бобру. Ай-яй-яй! Енотыч недавно учил меня блины готовить, а сейчас я сама хочу попробовать их сделать. И чего же ай-яй-яй? Да я забыла, сколько сахара в тесто надо добавлять. А енотыч, наверное, только к вечеру придет. Подумаешь, сахар. Ты насыпь его побольше, чтобы блины сладкими получились, вот и все. Ну нет, все должно быть по рецепту. Столько-то сахара, столько-то муки. Блины печь – дело непростое. Да ну, Шунь, какое еще непростое? Я думаю, что это легче легкого. А вот, скажем, полку самостоятельно смастерить – для этого умение нужно, вот. Так ты хочешь сказать, что у меня умений нету, что ли? Да нет, ну, есть, конечно. Я хочу сказать, что полку сделать сложнее, чем испечь блины. Подумаешь, поколотить молотком каждый может. А вот испечь блины так, чтобы они были вкусными, это уметь надо. А попробовала бы ты полку самостоятельно сделать, тогда бы все поняла. Угу. А ты испеки штук 50 блинов и посмотрим, что ты тогда про свою полку скажешь. А вот возьму и испеку и докажу, что мое дело требует больших умений. А я с тобой с удовольствием поменяюсь, и ты поймешь, что печь блины – это не гвозди в деревяшку вбивать. Ах так? Тогда давай сюда свой колпак. А ты давай мне молоток свой. Все, я ушел на кухню и скоро вернусь с полной тарелкой этих твоих блинов. Поставишь тарелку на полку, которую я смастерю за 5 минут. Посмотрим. Подумаешь, блины, да их делать-то проще простого. Что у нас тут? Кастрюля, кастрюля есть. Так, дальше что? Мука. Мука есть. Так, сахар, сахар есть. Молоко. Ну вот, вроде все есть. А это что? Яйца? Не, яйца нам не нужны. Так, в сторону их. А это что? Ну-ка. Это... Ой, эй, тьфу. Это же соль. Соль тоже убираем. Так, сейчас. Опа. Так, берем кастрюлю, ставим ее на стол. Теперь берем муку, вот так вот, и сыпем ее в кастрюлю. Так, вот. Ой, это сыпучая мука мне в глаза попала. Ничего не вижу. Подумаешь, полка. Сейчас пару гвоздей приколочу и все. Ой, а почему у молотка один конец круглый, а другой раздвоенный? И каким нужно забивать? А, ладно, попробую вот так. Так, это сюда. Ой, как больно! Противный молоток! Вот, мешаем, размешиваем. Так, тщательней. Ну вот, тесто вроде готово. А что с ним дальше-то делать, а?
А, поставлю я кастрюлю на плиту. Так, сейчас ставим на плиту. Отлично, теперь включаем. Вот так вот. Ну, и ждем. Ну, молоток, ну погоди. Сейчас как ударю тобой по гвоздю изо всей силы, тебе тоже будет больно. Ну, держись. Ой, чашечка. Моя любимая чашечка разбилась в дребезги. Ой. Зубок, что с тобой? Ой, да там тесто у меня подгорело. Черный дым пошел. И я плиту выключил, кастрюлю с огня снял. Ой. Но весь в саже вымазался. И кашляю из-за дыма этого. Ой. А что это за осколки такие, а? Это я чашку разбила. Случайно. И еще лапку молотком ударила. Знаешь, Зубок, ты меня прости. Я думала, что сделать полку – простое дело. Оказалось, ой, какое сложное. И ты, Шунечка, меня прости. Ты была права, готовить блины не так просто. Здесь и талант нужен, и умение, и терпение. Ой, а я тебе то же самое про полку хотела сказать. Да, в общем, любое дело надо уважать. Вот что. Угу. И не считать его простым, пока сам не попробуешь им заняться. Теперь мы это точно знаем. Точно. Ну ладно, Шунь, давай с ребятами прощаться. Угу. Я займусь полкой, а ты блинами. Да, а то Енотыч скоро придет, надо довести дело до конца и порадовать его. Да. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит к нам.